Джеймс, мое любимое. Ну все, там уже спрятался Джерри, ты посмотри. Ну тебя ж видно, друг. В итоге Джеймс с ним справляется. Много мемных ситуаций я видел на этом моменте, когда даже резали, знаешь, игроков в таком поинте. Но тем не менее, это всего лишь эко от Форза, и бояться тут стоит только Зорта с АВП. А вот и он, снайпер своей команды, реализовал уже данный девайс. Но Джеймс тут как тут. Пикнул кон, убил, перетянулся сюда, уже три фрага от него. Ну и Зорт, конечно, по такому числу киллов просто не поспевает. Спину бустера обошел, все. То есть куда бы ни пошли Форзы, это читается. И это, возможно, первый эйс на первой же карте данного турнира. Но Зорт и не хочет пятый хил Джейму отдавать. Выходит пикать, это эйс от Джейма. 35 хп у Кикерта, Джеймс АВП. Как жестко-то выключает две позиции, но ситуация по-прежнему патовая. Посмотри, какие тайминги под Б. По-моему, Кенси его немного не читает, стоит спиной Кенси. Ой, Джеймс зазумился, было ли его слышно? Вроде как да, выходит в итоге крайне аккуратно. Минус оппонент, и у них на двоих 13 хп, но бомба будет стоять. А хп можно нивелировать снайперской винтовкой. Смотрит в дорс, угадает или нет, потому что оппоненты уже вышли из окна. Кикер соберет сейчас информацию, но своим ухом, к сожалению. И Джейм останется в ситуации 1 на 2. Необычная позиция, можно такое подтащить. Есть первый минус. А чувствует ли второго? Примерно понимает, где находится. Так, заметил. Есть все шансы у Джейма сейчас вытащить этот нереальный раунд. Это минус 3 от него. 13 хп! 2 в 3, Джейм, боже мой! И вот, возможно, сейчас... Ой-ой-ёшеньки, а тут ответочка. А тут ответочка! Вот это да! Как они их переиграли сейчас. В одном раунде они одно показывают, во втором другую. Опять этот буст, ты посмотри, борьба-то какая идет. Это что, повтор? Да ладно, теперь Кикер-то ловит. Два раза подряд. Габен, fix it, please. И, судя по всему, это возможность Virtus.pro забрать четвертый. В целом, как-то закрепиться по экономике. Алмазер врыв через шорт, подгорает немножко игрок. Приходится ему менять свою позицию. Ой, тайминги. Ну, убьет, возможно, за колонной. Да, есть минус, второго вырубает. И есть инфа! Что делает Алмазер? Боже мой, квадрокилл! Против четверых, я не знаю, режим терминатора только включать. Вообще, мне кажется, что они готовят почву. То есть в следующем раунде мы можем увидеть выход по точке Б быстрый. Первый справляется, залетает по второму. Один, два. Знает, что один игрок где-то над смоком. Есть флешка. А бомбу, бомбу дефует, бомбу дефует! Кенси! Что? А там китов нету! 1 в 4 берет Кенси! Ой, как долго его сохраняли-то в составе из Эриал, Экс из Эриал, чтобы он вот это, видимо, вытворил Форза. 1 в 4, когда по нему есть инфа. Соник на 50 хп, в итоге ваншот в голову моментально взлетает. И спокойно BIG могут отойти, оставив Серсона здесь одного. Ты посмотри, какой идеальный поинт у него. Там еще и бомбу попробуй забери. Подключается Фанк, спасая свою команду. Немного рассинхрон, вводя в команду защиты, возможно. Если пройти зелень, качественная работа под флешки. Вообще, в этом раунде BIG, конечно, на каком-то запредельном уровне тимплея. Ну и последний фанк. С 2 хп есть информация, поэтому сразу же переключается на пистолет Кита. Проигрывает дуэль. И 1 в 1. Но бомба-то лежит крайне неудобно. И какие мувы от Сирсона. Но фанк его поджидает. Да ладно, неужели это будет раунд 1 в 3? У него было 2 хп, он это вышел эйс. На эйс по итогу. Боже мой, у нас первая карта вчера запомнилась эйсом. Кит остался абсолютно один. Фликшот не залетает. По нему теперь есть информация. Можно забирать бомбу, либо пикнуть все это дело вдвоем. Закрывает снайпер смоком. Но Кит и хитрец. И в этот дымовой завес он пройдет. Попытается щелкнуть бомбу. Выход от него, но не попадает вновь. Какие классные действия! Ноу-зум залетает по голове четко, да ладно, и 1 в 1 в итоге находится, и оппонент и в блайнде забирает. Он не попал. Два момента, где просто невозможно не попасть. Но в итоге фазу, вернее, не фазум, а ноу-скоп залетает, и потом килл в блайнде. Да как? Ему бы хотя бы один килл дать, на самом деле. Потому что там такой пиксель, вроде фраг железно должен залетать. Да, даже в блайнде справляется Форест. Но лучше через небольшую паузу все-таки заходить на авик, когда вот так вот выходите. Форесту! Боги! Да что это такое, Форест? Просто шашлык на ровном месте. Хипу надо откинуть тоже свои гранатки, чтобы немного получил Форест ту самую информацию и время. Есть четвертый минус. Не выходи! Отдай ему эйс! Сиди! На! Куда? Куда, говорит Форест? Какое решение? А где крик-то хотя бы? Гениальное. Он выдохнул и все.
влет полетел. Один игрок на позиции этого, другой на бэксайде. И как же классно у них получается реализовывать свои позиции. Две зажигательные залетели точно в тайминг. Разделили полностью атаку комплексити. По итогу было дано два килла, а теперь вся защита уже и в кичене находится. Правда, главное не подставиться под поизона. Но Зорб-то умирает моментально. Нужно было попросить тиммейта забайтить. И по итогу 3 в 3. А самое главное, что Шартай сейчас подойдет игрок атаки. Поизон, говоришь, да, не попадает. 2 в 2 уже у нас ситуация. Игрока Шарта, возможно, даже и не ждут. Поизон на инициативе решил прожать кухню. И, судя по всему, Джерри под него подставится. Флит последний. Ну вот я не знаю, как же тотально не везет сейчас Форзе. Постоянно в большинстве, но как-то уступают эти раунды. Это эйс еще. Получается, у нас каждый игровой день насыщается эйсом от какого-либо игрока. Если бы брали прошлый раунд, то там какой-нибудь 8-7 или 7-8 по шансам было бы взять, но в данных реалиях этого невозможно. Кенси! Вот это стрельба у парня, конечно, жестко ты как. 3 головы снесся, на этом можно не останавливаться. Кстати говоря, у него и киты имеются. Ну что, давай, Кенси, еще один эйс, завози. Смачок полетел на бомбу, а тут и авик. Ой-ой-ой, не обязательно по головам теперь стрелять. Кенси отправляется на сити, есть минус. Да ладно, Форзы, неужели они эко потащат? Садится на дефьюз, 2 секунды остается. Они выиграли 2-5 практически, но секунды не хватило. И Раш спасает команду. Какой тильтасьон, жесть. Они были 2 в 4 или 2... Нет, это было 2 в 5, по-моему. Кенси дал целых 3 шота четких. В итоге проходит по подъему. Моментальное решение от игроков комплексити сразу же сменить вектор. Они будут вырываться через лонг. А Зорте к этому решению готов. Убойнейшая позиция. Замечает информацию, но не залетает. И остается Кенси, герой первой карты. Необычное решение уйти на сити. 28 хп. По головам. И мы знаем, что Кенси тащил и не такое. Против ФП 1 в 4 справляется с первым. Залетит ли по второму? Кенси, что ты делаешь? Этот парень просто какие-то невероятные решения, клатчи. По нему вся информация есть, а вот Екиндер пока что в режиме инкогнито. Экселен справляется все-таки со снайпером команды ВП. И теперь Екиндер с 14 хп вынужден тащить этот раунд. Причем решил, я так понимаю, немного побайтить наверх-низ, пойти с другого направления. Он понимает, что хавы сейчас будут все чекать, ждать его с мейна. И в теории, если он стянется через коннектор, то, возможно, это будет нечитаемо абсолютно для финнов. Ну, плюс времени не так много, на самом деле, поэтому хаву сейчас будут агрессивно плентить. Но тут Джейми занимает такую позицию, что, по идее... Они идут на Б. Да ладно, Екиндер, 500 IQ мувы, ты посмотри, как он угадывает. И в итоге хаву вдвоем сейчас подставится. Ему важно просто выбить бомбу. Видит одного, видит второго, стоит там, вылетел. И минус все. 14 хп, Екиндер. Какое решение? Жестко. Я думал, он будет обходить, но он дождался их под базой Б. Это не 500, это 1000 IQ. Эриал плюс Зори остались вдвоем. И очень важно сейчас Эриал найти килл или два. Позиция идеальная, но тиммейт уже пал. Эриал, ух, какие две шляпы повесил. В итоге 40 секунд на таймере. Пытается захолдиться за желтым. И опять же, там оппоненты пока что играют по одному. Все в ряд выстрелились. Да ладно, Эриал. Один в один. Неужели он затащит это? Бустер пытается как-то размонтить, развести оппонента на спрейдаун. Эриал один в четыре. Да ладно. Это Кенси просто. Переобулся. Ты глянь, как жестко. Полетели гранаты. На руках трофейная АК-47. Очень сейчас непростая ситуация для Ксантареса, но спрей-контроль шикарный. В итоге наказывает еще и третьего. Будет ли хайлайт четвертый? Легко для этого парня. Ну и тот самый Церк, который делал энтрифраг в сложнейших обстоятельствах. 1 в 4. С последние два игрока. Тут на ретейке еще и авик. Ксантарес, кстати, не готов к этому поинту. Кита 1 в 2. Но, судя по всему, близки ЕГЭ к тому, чтобы... выйти на 10-й. Но тут надо еще бомбу перекинуть. Вот как ее забрать? Там просто смог, и Кита в теории может подобраться. Пока установлена будет бомба, он сейчас может шотнуть лонг, либо попытаться прыгнуть. Тут два варианта. И прыжок! А вот это ну зум! В студию, и Церк остается в клатче 1 на 1. Ну что, снайперская дуэль. Кита пытается развести его на выстрел, и шот был сделан, но он отошел в правый угол. И Церку уже очень тяжело развести будет его во второй раз. И да, Кита тащит этот клатч 1 в 2 и забирает таки для своей команды 6-й раунд. Фраг в мидле есть, откидывают молик на сити, можно сходить сплит Б, но нет, это фейк будет. Однако этот фейк читает, кип, идеальная позиция, но не стреляет и не добивает спину, боже мой! И в итоге по точке А всего лишь один снайпер, но какой? Это тот самый Хелзер, кстати,
вынесет уже два лица и будет работать идеально против X7. Приветик кил в его исполнении. Бомба упала на квадро. И остановите его кто-нибудь. Это же эйс сейчас будет. Жесть какая. Или нет, ладно. Да вы не чекните дефолтную позицию. Да вы что, ребята. Ну нельзя такое проигрывать. Там просто Слови, конечно, флешки сам себе не кинет, но две головы вообще может и здесь нести. Вот у Гелия Красан к нему заходит. Первая голова полетела. Остальные еле разворачиваются. И тут минус 3, минус 4 со стороны Слови. И он в соло тащит данный раунд из-за того, что просто Дигнитас не дочекали машину. Жесть, какая обида. Ну и готовы сейчас ребята из комплекте выходить именно с этого направления. Откидывается хаешка. Кстати, Пойзен должен взлетать. Отлично. Тут же флешка полетела к Сантарес. Чрезмерная агрессия, которая работает на 1000%. Три фрага от него. Приходит на помощь Тапсон. Сантарес минус 4. Будет ли эйс? Ну, все-таки нужно, наверное, сыграть максимально надежно. Нельзя отдавать девайсы. Вы в защите, денег нет. Но это эйс от Сантареса. Вы его разозлили. И теперь ребята просто на эмоциях. Все окей, вы в тотальном меньше большинстве. Тут же смещение. Есть фраг у того самого снайпера. Открытие не пик. Еще один минус. Шедевральная работа. И только сейчас Серсен дает размен. Бомба у него. Его могут подловить, но тем не менее Тизиан делает какие-то невероятные вещи. Простреливает через смоки. И все-таки Серсен, миссия невыполнима, доносит бомбу. И важная дуэль от Тизиана. Он с ножом в руках. Снайпер мог бы его подловить, но он уничтожает Пойзена. И ситуация 2 в 2. Как же опасно. И оба игрока комплекте будут действовать через ворота. Хороший молотов. И BlameF снова принимает решение на этот раз пройти перед ним. И падает от этого, от своей идеи. В итоге 1 в 2 для Раша. Ни одной гранаты. Нужно перестреливать. С первым не справляется. И это победа очередная со счетом 19-16 от BIG. 2-0. Просто невероятный матч по накалу страстей. На базу Б. А там вне позиции находится Фан. Зажигательно полетел идеально, конечно, но она вряд ли остановит фарзов. Влетают уже под флешку. Застопорились, отслепли от своей же свет шумовой. По итогу знают, что один игрок должен быть где-то за тройкой. Влет от Фанга. У-ху-ху-ху! Ты глянь, что творит! Квадрокил! И как хорошо, что нам это показали от вида сверху. Как это было красиво, жесть. А вот сейчас мы и посмотрим, как он раскрутил свою позицию на 4 фрага. Сюда, сюда, просто жесть, Фан, браво. Кенси всех заметил, аккуратненько отходит назад. Тиммейт накидывает флешку, всем в блайнде. У Кенси, однако, не слетает немного. И Марах здесь разваливает две кабины на пару с Фангом. Вот у Ялмазер остается последним на базе Б. И тут нужен невероятный хайлайт. По первому взлетает Фанга, добить так и не получилось. Трипл килл. 2 в 3. Ой, жестко. Хороший минус от Зорты. Дает какие-то шансы. Будет ли эйс? И это эйс от Фанга. Сколько он уже дал фрагов за последние раунды 4-5? Ну и на самом деле можно здесь хотя бы подгрызть немножко экономики пик. Но проблема в том, что впереди всего лишь один раунд. И... Да. Биг так, смысла в этом нет. После своей вот этой неудачи Биг очень технично стали играть по гранатам. Вообще ничего не оставляют у Форза. Хотя Джерри за Гендальфа открылся. 2 килла, 3 килла. Джерри спасает команду. Да на ладно. На ровном месте. Там еще игроки. Да ладно, Джерри, что ты делаешь? Опять раунд на пистолетах. И снова, снова какие-то фейлы от команды Биг. Снова играли вместе. Я только хотел сказать, что они не отпустят уже после первой своей ошибки. Только что похвалили Биг. Да, как они да. классно все делают. Кенси в спину заходит, и его здесь вроде бы уже развернули, ждали, но как мало урона. Кенси просто в соло улицу вскрывает раз за разом. Зачитано от Кенси, он понял, раз игрок ворвался за всю боль, разрядил помпу в голову. Ксантарес, очень опасный опять, игрок. Ксантарес, опять Ксантарес! Да что ты делаешь, Ксантарес? Не успел, руки на релоут уходит. Что ты делаешь? Не ходите на Ксантареса. Просто не ходите Ксантареса на него. Ксантареса можно уже детей пугать, такое чувство. Какой Они тильт. Сами не верят да в это. Какой это тильт. Он в очередной раз забирает троих. Планируется какой-то интересный. Посмотрим, сколько игроков их там принимает. Ой-ой-ой, а что за next level boost? Вот это уже интересно. Он же видит, он видит соперника. Прострелить. Да тут уже тут, можно, Серсен, на тебя, Алик. Тут тяжело двигаться. Ай-яй-яй, это вообще такое... забей. Да ты просто не ждешь этого, посмотри, ну тут смог. Джерри смог затушить толпу, я уверен, сейчас. Выход на него. Просто зачем? Зачем лететь в дымы? Ну дали вы. Большинство заработали, но видите, что вас принимают. Ну отступите. Но для прямо Форза сейчас. Это удача. Выход на рампу. Кенси. Может, на самом деле, Тапсон его не принимает, не проверяет. Но Сирсон есть, размены. Один в один. Здесь перестрелка против Кенси. Очень важная. Ну Кита, что Сирсон! Вы делаете? Кита выходит, две головы на верхний. Сирсон вырубает Кенси. Да как они играют? Как они стреляют? Что происходит в этом матче? Казалось бы, ювелирная приемка на точке А. Все. Паника в стане BIG. В атаке три игры
гренадера даже. И посмотри, какой фейк. Вышли быстро, агрессивно на лонг, сделали вид, что, наверное, там 5 человек, и смещают на себя внимание. Посмотри, все уходят из Тэца, только игрок в Тэшке. Но и тот Кита смещается, потому что 2 дыма раскидали на лонг. Шикарный раунд от XTSOL. Ну, конечно, двойка это, скорее всего, пострадает здесь. Ждать бы хотя бы парочку разменов, потому что... Вот и размены. GT уже первый был. Они вскроют 2 точки, ты понимаешь? Просто с юсмика GT дальше работать. По КТ еще одна голова по Ксантарасу. А зачем нужен фейк, когда просто можно GT запустить, и он уничтожит половину команды BIG. 2 в 5. Ну, тут квадрокилл практически оформил GT. Ну, дальше уже подключаются тиммейты, по инфе работают. И, естественно, первый раунд за XTSOL. Алик все еще вне игры. То есть до конца уже будет Сирсен на себя играть. Он, скажем так, план Б для команды BIG. Все мимо. Ксантарас 2 обоймы выпустил. Еще одна зажигательная под его позицию. 59 кп у него остается. Убивает GT. Спрыгивает вниз. Марки справляется с 2 игроками. Но смог, есть 15 но смог секунд. На бомбу-то не бросить. Тут Сирсен против двоих. Я не знаю, ему придется секунд. Пикать. 2 секунды. И а его есть киты, там киты еще есть. Что происходит? Что с этим игроком? Как так-то на ретейке? 3 головы просто от Марки. Да, был бы девайс у Соника, тут бы были бы похороны. Но успевает подойти вся команда. Посмотри, 3 игрока в этот момент в Тэшке. Оси находит фраг. Теперь вот Соник так подключается. Еще одно попадает в голове. Но тройка уже с Тэшки. Сердце на развороте не чувствует. Марки двоих коронит. Ситуация 2 в 1. Тапсон против Марки и Фанга. Там только один девайс. Но да бомба все в не вышли. Он двоих коронит спреем. Тапсон выигрывает этот раунд для команды BIG. Его уже столько раз наказывали, когда он пытался через КТ вот простреливать Соник, с подъема. Соник вдвоем прожали спину сейчас. Понимает, где убивает находится Оси вся Сирсона. Команда. Ты посмотри. Куча они инфы. В спине уже. Спалили, летят. Спалили. Соник на ножи запрыгивает. Что ты делаешь? Куда бомба упала? Что происходит? Фанк погибает. GT закрывает Тизина сейчас. Бомба на просвете. 30 секунд. Как ее забрать? Непонятно. Там Авик забирает ее Ксантарес. 4 хп у Кита. Его закрывает. Ксантарес. Клатч. 1 в 3. Надо либо тащить. Это проигрыш. Мало времени. Очень мало времени. 24 секунды всего-навсего. Он не выиграет. Просто не успеет забрать бомбу. Да погоди ты. Это Ксантарес. И нет. Это Оси, который закрывает по итогу половину команды BIG. В этом раунде не хватило немножко скоростей контроля. Не знаю, чего не хватило. И позиции просто бешеные, если честно, у экстрасалт. На отстрел прям идут. Соник. Опа. Слишком низко целился. И Ксантарес по итогу убивает Соника. И вы остаетесь уже 2 в 2. Марки с диглом. Нужно по голове жестко работать. Как его не убили-то первым выстрелом? Он бегает там на линии огня постоянно. Фэнк последний. Да, не понимают, где он может быть. Смог сейчас в мейн прокинуть. Будут контролировать именно этот поинт. Но в итоге... Блин, ее выстраиваются! Какой тайминг! Что ты делаешь? Как он это ловит постоянно? Эти тайминги! Достает все-таки. Приходится уходить. 60 хп осталось. 40 потерял. Но он находит Ксантареса, Кита и Тапсон разменивают своего тиммейта. Спина горит, нужно забирать. В итоге Оси есть попадание по Кита. Ситуация 2 в 3. Опаснейший ретейк, что по гранатам есть. Смог на бомбу, есть парочку светошумовых гранат от BIG. Но нужно найти какой-то размен. Тапсон с китами идет под коридор. Ему нужно возвращаться, садиться на дефьюз. 18 секунд, он начинает дефьюзить. Сейчас должен открыться. Не открываются. 2 секунды. Так это раунд. Это раунд. Это раунд для BIG. Это победа команды BIG. 16-14. На карте Тига. Радостный BIG понимает, что вот он. Вот он, гранд-финал, которого мы ждем. Через монстр приемка очень жесткая. Тизина должна здесь быть. Все красные, посмотри, но никого не забирает. Есть Ксантарес, который вырубает троих. Третьего и четвертого потери. И остается последний. Ксантаресу. Минус 5. Беджи. И это полетели просто все. Это эмоции настоящие. Куча гранат, все правильно, но при этом Тапсон живет, Сирсен Кита по фрагу, Ксантареса смогли вырубить, но Тапсона вообще не чекают. Убивает одного в спину, второго прокалил до 7 хп, 3 в 2 и простое доработывание раунда погоди, от BIG. Погоди, погоди, да, ситуация 1 в 1, что, Уси? Там спина давится, Оси понимает, что игрок может быть везде, где угодно сейчас. Но он не смотрит банан. Проверит ли? Тот вообще ушел, посмотри, Вандер, думает, что это перетяжка по точку Б будет. А Оси просто играет... Он на бомбу? Не знаю, рулетку. Вот знаешь, сел спиной к банану, это чисто на верочку на свою. Да? И повезло ему. Ну, не повезло, профессионал. По итогу, врыв, враг. Что он делал? Я не знаю. А зачем он это сделал? Тащит раунд BIG. Да. А что он сделал-то? Это... Они сами ржут, типа... они не понимают, как до можно было это отдать. Остается 6 секунд. Сиди ты никто там до конца. Даже не дефьюзит, но бывает и такое. Профессионалы тоже ошибаются. И одна моменталка, и он труп.
Справляется. Первый килл. Тут же подключается GT. Разменивает его Тизиан. Остаются 2 в 3. Пауси попали. Там битые Reload. Все. Битые все. Тизиан, Тапсон могут такое затащить. Конечно. Есть игрок на машине. По нему есть информация. Это Соник с 9 хп. Увидел. Видит тень Тапсон. Сейчас убьет его. Заберет его девайс. Флешка. Он просто взлетает на воздух. И Тизиан 1 в 1 против снайпера. Оси, один промах, и ты труп. 23 секунды. Ну, есть на него бомба играть. На руках. Ну, Оси выходит, выходит, и Тизиан тащит такой раунд! На пистолетах они его выигрывают! Как зажались игроки по точке! Шансов не так много. Все в порядке там? Ну, вот это подарок для GT. Еще первый игрок без шапки. Сейчас Марки по таймингам зайдет там в спину. Девайс еще. Ой. Если прямо сейчас девайс подхватит Оси, успеет подойти в спину, он может там похоронить. Он не стал брать девайс. Всех игроков. Они убивают Сирсона. Сирсон погибает. Это раунд на юспах. 2-2. Но... Они не стали девайс подбирать. Он не нашел, не нашел их, что ли? Да. Он не нашел. Плюс калаш двух направлений. С зигзага и со стороны. Подгорает. Соник, подгорает он же Соник. Он специально подгорел. Чтобы на него посмотрели. Забайтил на себя внимание, чтобы вышел игрок с монстра. Нет, не убил может киток. Такого быть. Ксантарес 1-2, это тащит или нет? Это же юспики! Ксантарес не тащит, это Оси! Какой next level, просто 1000 IQ move! Это он 4 подгорел. Юспика! Он специально подгорел на коротком, чтоб тиммейт вышел монстр и убил двоих! Это просто невозможно! Там юмпик у Фэнга на скаута Оси. Куда смог дать, как сыграть? Какие-то за колонной с калашом. Самая опасная таргет открытия. Открывается просто в тыл. Третьего, Кита зажим забирает три головы. BLG это 15-й раунд. И нет денег, нет денег на последнюю экстра солт. Неужели? Они зонится коннектор. На банане два игрока в туалетах. Они могут задушить Тизиана. Но там уже прорыв. Там уже просто неостановимый BIG. Без шансов. Фэнк тоже на своей позиции играет. Один фраг, но остается красным. 3 в 4. Сложнейший ретейк. Рок сейчас пытается рискнуть. Выходит, но роняет его. Роняет еще и Соника. Марки последний против четверых. BIG. Становятся чемпионами фанспарка. Подожди. Да не может такого быть. Не может нет китов, быть. Нет ресурсов, нет инфы в оппозиции. Ты убивает Кита! Марки, браво! И BIG выигрывают этот гранд-финал со счета 0-2. Берут 3 карты за подряд. Это что-то невероятное. Просто высосанный, казалось бы, BIG после Даста второго находит себе силы на этот камбэк. Ты на меня посмотри, какие BIG. У меня сил разговаривать нет, потому что то, что мы посмотрели за эти, не знаю, сколько, 5 часов игры, это лучший матч, который я за последнее время смотрел. Лучшие 5 часов моей жизни за последнее время. То, что сделали одни вторые.